Может быть, потом встану, покажу вам в целом образ. Красота. Так это же как Лекус, разве нет? Да. Привет, красотка, привет. Ну, мой Лексус за один стоит. Но он выше среднего рынка. Привет, привет. Спасибо всем за подписки, ребят. Как тебе дела? У меня все хорошо. 28 числа у меня день рождения. Сколько хочешь, что надо записать. Что записать? Так, таблетки надо не забыть выпить. Тут я точно знаю. Амелия, меня зовут Амелия. Привет, дела, как дела? Я тут хорошо. Сколько уже стримишь? Я не знаю. Если вы говорите конкретно про этот стрим, то 20 минут. Прекрасно, Гриш, спасибо большое, Мирлана. Ирина, спасибо за подписку. Да, я думаю. Нет, загар меня не берет. Я сразу сгораю. И мне вообще не идет загар. Хотя сейчас я достаточно темно выгляжу относительно тому, как обычно. Не знаю, с чем это связано. За налога не берут. Я еще вчера была в красивой кофейне на Ясентайке, короче, полный сток. Привет, где подружка? Какая подружка? Я с Алматы. Привет, привет. Благодарю души. Красивые горы, как мне казалось. Набрал успехов. Вообще, как план раздать до выспаться? Сил нет времени. На улице холодно, мне не холодно. Ну, выхлоп Брабовский — это лучшее, что есть. Бля, именно. Но немного. Не холодно? Нет. Как у вас там красиво, да, невероятно вообще. Что вкусное. Кто по нации? Отец чеченец, мама русская. Астана? Нет, это Алмата. Да, Витагор. Слева горы, справа горы, отдалека газ. Там армяне зажигают свой народный джаз. Знакомое место, это Треуш. Боже, красивый голос, спасибо.
А для тебя он бесплатен? Серьезно? Прям бесплатно я могу его получить? Родители мне там разрешили быть вместе? Ну да, разрешили. Моя мама русская, вышла за чеченца. Только со мной в передачу. Хорошо, вы такая нежная, очень красивая. Вам сколько лет? Спасибо большое. Очень приятно это слышать. Мне 18 лет. Как так, редкий случай. Да нет, бывают такие случаи. Я неоднократно даже вот в ТикТоке видела, когда русская выходит за чеченца. Ну, против. Просто знаете, в чем загвоздка? Хотя нет, я не буду это рассказывать. Это уже лишнее будет. Ну, да, разрешили. Они были в браке 20 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Я точно не знаю, я точно не помню. Любовь диктует свои правила. Нет, интересно, со мной или в Костанай поедешь, к нему сразу же нос. Ну, не могу я поехать на день в Костанай. А просто так не женишься? На лето в Костанай? Это... Вообще не хочу в Костанай. Что мне делать в Костанай летом? Вот ты будешь на работе, правильно? Заниматься вот своим этим, территорией или что у тебя там? Землей будешь заниматься. Мне что делать в Костанае? Какие планы на лето? Но был, да, строгий. Я не придерживаюсь никакой религии, я агностик. Часто в Грузном? Нет, не часто. Я никогда никуда не летала. Тоже были проблемы с выездом, честно. Вот. И только в этом году решились эти проблемы. И за 18 лет я никогда нигде не была. Из городов Казахстана я была только в Каскелине и в Кунаеве. Нет, я не замужем. Что с батей? Мне кажется, что это бестактный вопрос, и я не буду на него отвечать. Со мной будешь ездить только за полями. Смотри, за полями. Ну да, конечно. Фермер. Замуж. Да, в Астане тоже не было. Сейчас приеду, хорошо. Привет, как вы? Привет, я в порядке, спасибо большое. Чем занимаешься в жизни? Я работаю, гуляю, снимаю эфиры, снимаю видосы. Там много чем пойти. Вот, хочу записаться на английский. Вот, подтянуть его прям хорошо, чтобы свободно разговаривать на английском. Вот. И хочу на лезгинку, на бокс и просто в тренажерный.